Всем привет, ребята! И сегодня я сгорела. Мы ходили с моей подругой на море купаться. И как-то так это произошло. Мы пошли в 10 и пришли, короче, домой в 3 часа. Потом пошли покупались и покушали, и потом легли отдохнуть. Так, у нас уже 5 часов, почти 6, ну, 6 час. И я сходила в Магнит, и в Пятерку тоже. Я купила агушу, да, я купила агушу за 17 рублей. Я сегодня, это было в Магните. Это была агуша, засыпайка. Я не знаю, почему за 17 рублей, но там срок годности еще. То есть есть еще время. Там были прям, стояли ящики такие, там она стояла. Правда, 17 рублей. Вот. Дальше купила себе роллтон. Доширак, картошку. Короче, там много чего купила. И за роллтон, там доширак, такой вот. Поэтому, когда приду, тогда и покажу, что я купила. Вот, и купила еще сырки, сходила еще в Пятерку. Они рядом там находятся. Сходила, а там сырки по 17 рублей. Не, они по 13. Они по 13 рублей. Вот, еще даже покажу чек. Вот. И завтра выезжает за мной мама, то есть, она приедет завтра вечером, ну, приедет, никаких нет, приедет, вот, ехать она будет до таможни от своего города 2 часа, после таможни, на таможне еще время, то есть это там я плюсую, то есть плюс еще там час на таможне, может потратит. Это 3 часа. И 9 часов ехать, если без пробок. Если с пробками ехать 10 часов. Вот. Получается 13 часов ехать с Красного Луча в Анапу. Вот. Выезжает она завтра в 9:30. Ну и вечером должна вернуться. Точнее, сюда. Приедет. Не вернуться, а приехать. Вот. Если она приедет рано, она сказала, то мы тогда даже сходим на море. Вот. Во вторник мы должны съездить в школу, забрать мои все документы. Вот. После документов мы поедем в центр на аттракционы, как я и хотела. Такси. Вот. В среду мы с мамой должны приехать в центр, ну, в Анапу именно саму. Я хочу заехать еще в Фикс Прайс и там еще в ТЦ, потому что я хочу посмотреть себе какую-то модную одежду на лето. У меня и так ее дофига, но я еще хочу. Да, я хочу там еще, кстати, себе купальник посмотреть, потому что купальника у меня нет. Я сегодня пошла купаться в топике и в трусиках. Они были от... Короче, как комплект был. Короче, не одинаковые. Вот, знаете, я не сказала то, что мне неудобно. Мне было очень удобно в этом купаться. Вот. Вот. Также мы должны в следующий вечер, как я думаю, мы должны вообще каждый день ходить на море. И там я хочу покататься на банане. Я еще никогда в жизни своей не каталась на банане. Вот. Ну или на катере, или так далее. Вот так вот. Вот. Жирение это ужас. Вот так вот. Фу. Все мокрое. Я иду домой. Я уже подхожу. С ним мне еще идти. К фее минут 5. А в фее я должна идти минут 10 где-то еще до своего корпуса. Вот. Ну и встретимся мы уже дома. Вот, мне надо идти прямо еще. Короче, сейчас немного пройдусь. Вам это секундочку подождать, а мне это идти. Посмотрите, в чем я иду. Я иду в кроссовках, еще и в носках. Да, это вот так вот. И я уже подхожу к нашей столовой. Вот. Я уже прихожу в Кисмет. И уже захожу. Входа нет.
Для меня он точно есть. Я иду сейчас возле аквапарка. Вот такая у меня набитая сумочка. Шкватер. Вот, сейчас даже покажу. Биби. Я уже прошла аквапарк.